Эти ГОСТ был предупреждением. Главная инфраструктура города обязана находиться в нейтральной зоне. 11 человек погибли в хаосе, который царил тогда в городе. Недостатки энергосети выявил хакер. Этот хакер Реймонд Кинни, герой, а не злодей. Чикагская CTOS уязвима. Жители беззащитны. Вернем контроль. Отдавай деньги, тварь! Куда ты прёшь? Виноват. Бог ты мой! Не убивай. Это неправильно. Животное в джунглях рос, да? Мне точно не кажется. Нет. Такой нервный, боже. Похоже, это тот еще райончик. Надо подготовиться. Как дела? Эй, привет! Сегодня из чикагской тюрьмы был совершен побег. Сотрудники проверяют систему защиты. Подробности неизвестны, но один из преступников смог проскользнуть мимо всех контрольных пунктов. К счастью, беглеца почти сразу нашли и арестовали. Это Джон Смит, 34 года. Его адвокат настаивает, что Джона задержали по ошибке. Ты кто вообще такой? Отстань от меня. Приятель, ну нахера так близко стоять? Эй, чувак, не стой так близко. Отличный выбор. Займись своими делами. Расин в Брэндон Докс. Доступа к CTOS у меня там нет. Лучше сначала хакнуть центр управления. Ты кто вообще такой? Достало. I'm not afraid to die.
Таблетки для увеличения члена пьешь? Что-то вид у тебя. Что будет, если скрестить лося и скунса? Одинокий лось.
А это ведь камеры Блюм. Неужели они следят за частной жизнью? Росин, посмотрим, где ты. Так-так, попался.